Кинари погиб. Так что будить друидов придется нам самим. Они проснутся только по зову Рога, который хранится на священной лунной поляне. Но жрица, на поляне обосновались орки. Чтобы добраться до Рога Кинария, нам придется сражаться с ними. Жрица Тиранда, хвала Илуне, мы нашли тебя. Мертвецы приближаются к кельям друидов. Они кажутся заброшенными, но... Нет, сестра. Эти кельи не заброшены. В них остался один друид. Малфурион Ярость Бури. Самый мудрый и могущественный из детей леса. Мы должны предупредить его о том, что Легион вернулся. Тогда поспешим. Если нежить ворвется в кельи раньше, чем он проснется... Скорее в путь, сестры. Мы должны разбудить Малфуриона. Он наша последняя надежда. Приветствую вас, ребята, на канале Роли Гейм Онлайн. С вами Росси. И вместе с Тирандой и ее сестрами мы отправляемся в третьей главе кампании за эльфов в Варкрафте 3 Reforge будить Малфуриона, а потом вместе с ним пойдем дуть в рог, чтобы пробудить друидов, которые должны помочь остановить пылающий легион. Ребятки, если вы еще не подписаны на канал, обязательно это сделайте. Ставьте лайк, оставляйте комментарии. Также заходите на Patreon. Так. Дриады. О чем шумят деревья? Это вы нам, думаю, расскажете. Так, защита Малфуриона стала с деревьев 90. Сразу хочу качнуть. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Так вот. И тут еще парочку этих дурачков. Богиня зовет. Погнали. Немедленно. Погнали к Малфуриону. Да будет так. Где там его келья? Такова воля богини. Бля, извиняюсь, я в ту сторону пошел. Натупашил немного. Сразу делаю улучшение лучницы, потому что наши лучницы должны... Немедленно. Порхать как бабочка и жалить как пчела. Во имя Кинария! Для того, чтобы у них это получалось, они должны быть прокачаны. За Калимдор! Такова воля богини. Поторопись. А ну, дура. А ну, дура. Ты что случилось в наших лесах? Аж это роман. Во имя Луны. Богиня зовет. Сапоги скороходы. Да будет так. Я теперь у меня Тиранда настолько скороходная, что... Чего здесь нету? Я слышу голос Луны. Да, мы не там свернули. Надо было зайти в щелочку. Да? Нет? Ну, а как мне туда попасть, ребят? Я... Понял, это получается... Да, ну, подожди, подруга, ты куда бежала? Я вся внимание. Я слышу голос Луны. Такова воля богини. А если так пойти? Мы к нему попадем? Я думаю, нет. Надо проверить. Немедленно. Исследование завершено. Лунные доспехи. Так, где у нас лес там добывают? Просто у нас проблема в том, что... мы же лес не уничтожаем. Мы просто берем из него лишнюю древесину, которая нужна. Богиня зовет. Мы ж любим кто лес. Кто смеет угрожать нашим лесам? Лес любит нас. Но мне это вообще не нравится. За Орду или за... Точнее, за нежить я мог немедленно. С помощью этих мясовозок или труповозок просто мог разбомбить все. Во имя Илуны. Чертовой матери, да и все. Тут я так не могу. Почему? Что делать? Как пройти? Единственное, это да идти туда к нежити, ждать, пока они все вырубят. Ой, не знаю, ребята, не знаю, мне это так не нравится, конечно, вся эта затея безумная. Так. Обучить лучницу, обучить охотницу. Хорошо, что зато у них дерево так это все мало стоит. Сразу видно, что они любят деревья.
Поэтому по большой любви к деревьям я возьму, поставлю лунные колодцы. Ашето Роман. Так, что это? Я готова. Показывается, что у меня невидимого войска. Не надо. Купить спиток возвращения? Нет. Антимагический? Нет. Хрень какая-то. Ашето Роман. Такова воля богини. Я что-то ни к оркам не могу пройти, блин, ни к кому не могу пройти. Они не хотят как-то сами путь искать. Богиня, да будет так. Укажи мне путь. Забираю свои слова обратно по поводу орков, могу пройти. Тут никого нет. Во имя Луны. Немедленно. Во имя Луны. Здание готово. Такова воля богини. Источник здоровья — это орки. Во имя Кинария! В атаку, скорее! Бросайте сети, пока они не опомнились! Какие сети? О чем вы? Укажи мне путь. Мы же даже не летаем. Ребята, выдыхайте. Так, улучшим. Кто смеет угрожать нашим лесам? Да будет так. Так, надо туда им на помощь послать еще вот этих. Охтаругар! Вождя! За трава! Кто ваш трав по сравнению с нами? Чисто ровными, красивыми. Ануду-ра! Они все лезут и лезут. Я эти тотемы разбиваю, они их ставят и ставят. Мы просто заняли выгодную позицию. Постоянно подлечиваемся. Во имя Кинария! Немедленно. Во имя Луны. Так, все, идем лечиться. Еще у нас там два приказ места поняла. Есть вакантных в нашем мегаотряде. Богиня зовет. Да будет так. Сейчас эти лучницы перейдут, и мы пойдем вольнем оркам немножко. Можно, в принципе, уже и второй рудник оплетать с помощью дерева. Сторожевое. Вообще, вставай и иди. Кстати, с помощью него можно было бы и деревья ховать. Но, блин, они так долго ходят. Это ужасы какие-то происходят. Так, у нас все здесь. Ашето Роман. Такова воля богини. Идем крушить. Нет, еще не выходил мастер клинка. За Калимдор. Энурифа. Тотем. Тотем. Смотри, сколько у них тотемов ставит. Без... Бездумец. Энурифа. Энурифа. Улучшение завершено. Да будет так. Казарму надо сразу. Анудора. Во имя Кинария. Древо мудрости, чтобы обучать дриад. А мне и стандартных дриад пока хватает. За Калимдор. О, а вот и мастер. Но то не настоящий. Можете его так сильно не бить. Вот это может быть настоящим. Тоже сбился при этом. Вот это самая, я считаю, крутая обилка. Эти эльфы сильнее, чем мы думали. Сильнее, сильнее, но мы сейчас все умрем. Вот тебя убью, падла. Есть. Отступаем. Так, а чё, тут все уже закончили, да, у меня? Наши воины вступили в бой. Богиня зовёт. Во имя Кинария! Так, чё мне там дева мудрости? Дева, древо.
Кто смеет угрожать нашим лесам? Тут интересно, кто кого передамажит. Аж это Роман. Так вот, преимущество мастера клинка, я считаю, то, что он может делать иллюзии, тем самым путать, сбивать со следу, где находится настоящий, то есть урона от них немного, а вот... Ну, у них там нормально такая подкреп идет. Я слышу голос Луны. Шамана надо крепить. Он стоит, не хиляет. Наши воины вступили в бой. Богиня, укажи мне путь. Я поплелась отомстить. Взять. Дерево так долго шло, и, скорее всего, он только дошел, и ему сейчас и больнут по башке. Но охотница ему поможет. Я готов. Право дерево. Я вся внимание. Здание готово. Как звучит? А, древо хавает дерево. Вот так. Стою на страже. Аж это Роман. Так, дурочка, всю ману потратила. Так, древо готово. Давайте сюда Дриад. Всё немного знаю, знаю, погорячился. Пару глефов мне не помешает сюда. Требуется больше древесины. Мысли, а мы разве не в союзе с деревьями, с лесом, которые бы смогли нам догонять древесину просто так? А, как я люблю природу. Поторопись. Не лечись. Как я люблю природу. Жалко, что нельзя выкопать лунный колодец. Исследование завершено. Тут его вкопать. Я слышу голос Луны. Исследование завершено. Закалимдор. Немедленно. А, как я люблю природу. Такова воля богини. Мы качнули уровень, прокачаем ей ауру. Богиня зовет. Кто смеет угрожать нашим лесам? Я вся внимание. Аж это Роман. Во имя Луны. Как я люблю природу. Да будет так. О чем шумят деревья? Дриады подтягиваются. Кто смеет угрожать нашим лесам? Давай, иди. Дерево. Чедрево. Исследование завершено. Богиня зовет. Так, хавай. После того, как схаваешь, давай вот здесь, чтобы ты мог по всем доставать. Я слышу голос Луны. Что произошло? Что случилось на наших лесах? Я слышу голос Луны. Во имя Луны. Такова воля богини. Немедленно. Аж это Роман. Энурифа. Кто смеет угрожать нашему? Вот, кстати, здесь ты мне бы пригодился. Тот артефакт, который помогает убирать иллюзию. Очень бы пригодилось. Исследование «Укажи мне путь». Я слышу голос Луны. Анудора! Во имя Кенария! Давай, давай, давай. Мы их почти продавили. Закалимдор! Анудора! Не
почти продавили. Хотя, в принципе, уже продавили. И пару дриад. Спасибо. Кто смеет угрожать нашим лесам? Дерево, вставай и иди. Богиня зовет. Да будет так. Я готов. Кто смеет угрожать нашим лесам? Немедленно. Вставай. Как я люблю природу. Я готов. Богиня зовет. Во имя Луны. А, тут уже эти остались. Такова воля богини. Ашето Роман. Во имя Кинария. Энурифа. За Калимдор. Короче, я пришел на разборки со своим деревом. Я слышу голос Луны. Богиня, укажи мне путь. За Калимдор. Жрица, мертвецы уже рядом с кельями. Шандо, ярость бури в опасности. Успеваем. Не утрируйте. Кто смеет угрожать нашим лесам? Богиня зовет. Богиня, укажи мне путь. Иди скушай дерево. Наши что воины произошло? Вступили в бой. Ашето Роман. Немедленно. Так, ладно, можно выключить. Анудора! Папа, стрелы. Ашето Роман. Да будет так. Сразу надо халабуды поразбивать. Которых они потом отклеиваются. Во имя Луны. Здесь нельзя пустить кто корни. Смеет угрожать нашим лесам? Конечно, если постараться. Такова воля богини. Поторопись. Я поплелась отомстить. И вот, в принципе, пали. Я готов. Я слышу голос Луны. Как плохо, что слышу голоса. Тебе надо кое-что найти. Во имя Кинария! Энурифа! Анудора! Такова воля богини. Немедленно. Во имя Луны. Стреляющие идут, нормальные тени. Во имя Кинария! Так, ну тут мы тебя и оставим, дружочек. Богиня зовет. Да будет так. Как вам пройти, опять непонятно. Во имя Луны. Пошли через верх. Лень какая-то. Ашето Роман. Такова воля богини. Немедленно. Да будет так. За Калимдор! Кто нарушил наш покой? Ты долго будешь спать? Кто смеет угрожать нашим лесам? Твой ход. Так, здесь сторожевое нет. Древо войны давай. Чтобы оно как-то поближе было. Thank you.
Я слышу голос Луны. Это что-то есть интересное? Во имя Луны. Такова воля богини. Есть непередовое кольцо. Немедленно. Источник маны. Прекрасно. Просто прекрасно. Укажи мне путь. Некоторые все проспят. Ты так всю войну проспишь. Стою на страже. Я вижу. Ты же на страже спишь при этом. Я не боюсь. Богиня зовет. Так, некогда нам ману пополнить. Да будет так. Вперед драться. Познай гнев природы. Обязательно. Такова воля богини. Сразу поставлю хил, потому что сейчас опять сны будут идти. Во имя Кинария! Здание готово. Закалим дом! Здание готово, здание готово. Анудора! Малкурион должен выжить. Мы его еще даже не разбудили, этого Малкуриона. Немедленно. Да будет так. Здание готово. Такова воля богини. Никто не смеет вредить природе. Часовые, к бою! Ну, жалко, не быстро, конечно. Ну и мы и тоже. А ну, дура! Энуриха! Ашетороман. Иди, дуди. Во имя Луны. Да будет так. Здание готово. Я что ли? Малфуриона забыл разбудить. Наконец-то. Рок Кинария. Теперь мы сможем разбудить Малфуриона. А, это мы ими будем. Ну ладно. Я пришел на зов Рога, чтобы исполнить клятву. Я чую запах порчи и разложения в наших землях. Я зол. Очень зол. Вперед, древние защитники! Уничтожьте захватчиков, как в былые времена! Не очень у этих деревяшек получалось уничтожить захватчиков, ну ладно. Ребятки, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если вы это еще не сделали в начале видео. И до скорых встреч!